Сегодня у нас рыбалка, тихая охота. Так немножко выбрались рыбков пособирать. Не то чтобы прям потребуем дополнительного белка в пищу, но интересно. Интересно, кроме всего прочего, стоит хорошая погода. Ну, практически бабье лето. Середина октября. Температура днем практически до 20. Супер, отлично. Большая компания. Все хотят грибов. Прям алчно жаждут их. Собака тоже бегает, грибов хочет. И мы объезжаем тут знакомые места, где этот самый гриб иногда попадается. Если интересно, поехали с нами. Здесь у нас по левому борту кукурузная стерня. Не пугайтесь, какой-то постапокалиптический пейзаж. Собака. И вот здесь такая вот береза-дубовая посадочка. Такая интересная. С другой стороны поле запаханное. Ну, такая очень простая, но понятная локация. И здесь попадается действительно хороший гриб. И, например, здесь всякие губчатые, которых много. Ну, вот такие вот, например. И, кроме того, попадается очень интересный гриб, который называется поддубник. Вот шляпа, видали, какая здоровезная. Сейчас я где-то здесь еще один видел, сейчас найду. Вот он. Вот он, поддубничек, видели? Да-да-да, вот он. Перебрались мы на другую локацию. И тут прям вот такое вот изобилие. Тьма тьмущая, мухоморов. Мухоморные края. Вот они. Вот они, красавчики. Вот они. Вся поляна мухомора. Да. Именно так.
плевальный чайник. Так, вот он наш сегодняшний улов. Так, во-первых, это такой вот гриб, который у нас называют поддубником, и еще есть у него не очень приятное название, он называется, как то ли? Пердун. Пердун он называется. Это почему? Да, почему так? Не потому, что он там с грибом что-то не так, а потому, что у некоторых людей, наевшись этих грибов, бывает интересная реакция. А так, гриб интересный. Как отличить? Дело в том, что на поддубник очень много у нас похожих грибов. Практически один в один. Но поддубник, когда срезаем, он светленький. А буквально какое-то время он темнеет, такой коричневый становится. То, что касается пластинок, вот прижали, и они через какое-то время потемнели. Вот если потемнение, этот поддубник. Значит, он у нас замачивается, проваривается и на сковородку. Обычно, ну, у нас их почему-то не принято не консервировать, ничего. Жарится. В общем, жарится. Собаке тоже нравится. Не надо. Взяла, укусила. Ну что ты? Так, это во-первых. Ты говоришь, что съедобный. Ну вообще. Собака плохого не съест. Вообще-то грибов не бывает. Съедобных, несъедобных. Есть грибы, которые надо брать. Есть грибы, которые брать не надо. Вот и все дела. Вот. И второе. Мы тут. Ну вот собака дерево опять принесла. Не мешай. И второе, что мы здесь тоже набрали. Да. Ну, готовит дрова уже, заготавливает. Ну, не надо. Так, и второе, чего мы здесь набрали, это... Ты видел, что делает? Ну, молодец, палочка. Ну, что ты? Ну, иди туда, иди погуляй. Допусти ты ее, да? Молодец, молодец. Это потому что сели на месте, сидим. Вот. И вот, вот такие вот грибы. Ну тут разные. Тут есть подосиновик, там я где-то видел подберезовик. Ну, в общем, губчатые грибы. Губчатый гриб — это тот гриб, который у нас не бывает ядовитым. Я вообще не знаю, бывают они ядовитые или нет. Ну, в общем, все губчатые грибы, они съедобны. Ну, в смысле, брать стоит. Ты смотри, что она делает. Покажу. Смотри, что она делает. А, да. Значит, и кроме всего, здесь еще есть, где-то я видел, маслята попадались. Ну, маслята ни с чем не перепутаешь. Где? А, вот они, да. Вот они, масленки. Они, во-первых, снизу такие желтенькие. И они сверху такие скользкие, маслянистые. Да, вот он тоже масленок. Вот такой он у нас улов. Значит, по губчатым грибам. Ну, по большому счету, их можно не отваривать. Хотя принято. Что же губчатый? Ну, масленок, конечно, да. Можно не отваривать и на сковородку. Можно мариновать. Очень вкусные маринованные грибы. Отлично сушатся, между прочим. Сушеный губчатый гриб любой великолепно. Просто великолепно. Вот. Можно замораживать. Он после разморозки, конечно, становится такой маленько. Но все равно. Ну, лучше. Лучше. Чтобы размороженный гриб не превращался в соплю, его нужно после морозилки сразу в горячую воду. И все. И отлично. Можно предварительно порезать перед тем, как замораживать. Великолепно. Немедленная разморозка. Да, немедленная, а моментально. В горячую воду и все. Кипяток. Масленок всем хороший, но у него проблема. Его перед готовкой нужно снимать сверху. Шпилочку. Сверху, да, вот так это вот. Снимается. Ну, снимается, для да. Образца. Да, 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 да. Можно не снимать, но тогда будет горький. Горький ни к чему это. А так он будет беленький. Так он беленький. По виду он сверху будет как шампиньон. Ну, понятно, здесь губка, шампиньона, пластинка. Но тем не менее. Ну, вот такие наши сегодняшние уловы. Выгуливал сегодня сотую Зину, нож, думал, ну, совершенно не грибной такой супертактик, мегапоходник, но очень удобно, и если надо какую ветку срезать или еще что-нибудь, или дров нарубить, как сейчас, то великолепно. Лесной кофе. Лена, принеси. Лесная Лена. Что ты снимаешь? Вкусный кофе. Очень. Очень. Анатолий Васильевич озаботился привальным обедом. Чищу прямо на зиму, потому что... Потому что сплошная органика. Да. Оно никуда не денется.
весне его не будет. Здесь у нас мусор заберем вместе с собой, а то, что... Казанчик закипает. Филигранные кухонные работы, вино. Сало нарезается. Здесь овощи. Здесь варится походный суп. Самый простой, да, то? Да. Какой не бывает. Какой только можно придумать. Вот еще нашелся один белый, ну или как еще говорят, добрый гриб. Иди сюда, маленький. Иди сюда, собака. Иди сюда, иди сюда. Круто, да? Круто. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Молодец, молодец. Давай, забирайся. Молодец, молодец. Давай еще чуть-чуть. Оп.